Всем привет! 23 января на Первом канале состоится премьера 10-серийной драмы под названием «Хрустальный». По сюжету Сергей Смирнов известен как один из лучших детективов в Москве. По особому приглашению губернатора он приступает к расследованию похищений и убийств мальчиков в родном городе Хрустальном. Сергей уехал оттуда в столицу много лет назад, пытаясь забыть и избавиться от травмирующих воспоминаний детства. Чтобы найти преступника, Сергею придется еще раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза собственному страху. Сергей предполагает, что маньяк мумифицирует свои жертвы. Это указывает на то, что у преступника есть явные психические отклонения, и мумии теперь это его компания. Получится ли у детектива разобраться с этим нелегким делом? Ответ на этот вопрос вы узнаете, посмотрев данный сериал.